Юный хоккеист из Нарьян-Мара признан лучшим защитником на межрегиональном турнире в Архангельской области, в котором в марте этого года принимала участие команда из Ненецкого автономного округа. Ежедневные тренировки, 6 из которых на льду. Артем Чудочин играет в хоккей с 4 лет и уже привык к таким физическим нагрузкам. Сейчас ему 12, и без хоккея он уже не представляет свою жизнь. Тут борьба есть. Научиться поднимать голову, отдавать пас точно в клюшку. Как нам призналась Ирина Чудочина, какой-то особой причины для выбора именно этого вида спорта не было. Но родительское чутье не подвело. Хоккей завоевал сердце мальчика, и теперь он планирует и дальше продолжать спортивную карьеру. По крайней мере, планировали в прошлом году его отдать, попробовать его вывести в другой регион, в спортивную школу. Но в связи с тем, что у нас ситуация была в прошлом году, вы сами понимаете, какая, у нас не получилось. Поэтому планируем, конечно, в дальнейшем его все-таки попробовать вывести, так сказать, чтобы он попробовал свои силы, уже обучаясь в спортивной именно школе. На турнире, который проходил с 11 по 15 марта, наша сборная 2007-2008 года рождения заняла 4 место. Отсутствие игровой практики не сыграло ребятам на руку, но, как признается тренер, есть куда расти. В итоге заняли 4 место из 5, выиграли одну игру только у Устьян. Могли зацепиться и с Архангельском, и с первой командой Архангельской, и со второй командой. Ну, на ошибках учимся, работаем дальше. Несмотря на отсутствие призового места, нашу сборную все же выделили. Артема Чудочина признали лучшим защитником. Но, как признается мальчик, для него это было весьма неожиданно. Команду ждут игры в следующем сезоне. Подготовка к ним будет тяжелой. Но в любом виде спорта, если хочешь хороших результатов, нужно работать на износ. Мы желаем нашей сборной удачи и будем и дальше следить за ее успехами. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».